Ну что хотел бы пожелать тем, кто планирует перебраться в Испанию, ну, здесь как-то закрепиться, жить, получить гражданство. Иметь специальность. Но иметь специальность, которая будет желательно, чтобы руки кормили. Прикладная. То есть что-то делать руками. Потому что на должности врач, инженер, это невозможно устроиться, это испанцы. Это испанцы. Это замучаешься с подтверждением диплома сначала, а потом в первую очередь испанцы. Если ты был врачом, хирургом, ты можешь рассчитывать на должность медсестры. То есть, если максимум, максимум фельдшера. Я понял. То есть, если умеешь работать руками, то здесь тебя прокормишь. Да, да. Как бы немаловажную роль сыграло то, что мне рассказали о том, что здесь можно остаться без документов, без разрешений, без всего, просто приехать и остаться. Так я и сделал. Ну и получилось именно? Да, получилось. Полиция, в принципе, особо не отлавливает никого. А если бы отлавливало, у Испании нет денег на депортацию. Поэтому они, ну, штраф наложат по суду. Выплатишь и останешься дальше жить. Ну, то есть таким образом возможно получить и вид на жительство? И... Нужно прожить 3 года, потом подать документы на легализацию. Для этого требуется контракт. Я понял. На работу. Понял. Предконтракт, даже предконтракт, не то чтобы контракт, но предконтракт. Это то, что делается не более 12 месяцев, да? Вот так. Да, заключается, нужно найти предпринимателя, который заинтересован в тебе. Нужно ему доказать, что нет испанцев, претендующих на эту должность. И, соответственно, да, но это непросто. Конечно. Понятно. Вот по поводу цен на жилье. Какие тут цены? Вообще, вот ты где жил? За сколько снимал? Цены на жилье самые разные, но сейчас меньше, вот при последнем подъеме меньше 300-350, вообще найти за студию что-то сложно. 350. Соответственно, больше комнат подороже, но студии, в принципе, дорого стоят сейчас. Понятно. И зависит от районов. От районов, да, конечно, от районов, если чем дальше от моря, конечно, можно найти и подешевле, чем меньше коммуникации и все такое, да, пожалуй, что да. Понятно, русских много здесь? Достаточно, но конкретно Малага Тормолинос больше выходцев из Украины, чем из России. Российские граждане предпочитают Марбею, предпочитают Аликанте, Барселону, Мадрид. Так вот, может быть, видел, сам бизнес организовать сложно, мигранты. Ну, как-то себя прокормить на первый год. Свой бизнес. Конечно, можно организовать, но это с их системой бюрократии это очень сложно, много документов, зачастую можно нарваться на тех, кто помогает, кто может обмануть, тому в принципе дела нет, лишь бы денег получить. Ну, в общем, я вот, как видишь, до сих пор ничего не организовал, работаю сам на дому у себя. И ну, хватает, да? Как бы. Понятно. Хватает, но хотелось бы лучше. Понятно. Но плюсы есть ли какие-то вообще вот в жизни в Испании, в отличие от России? Да, конечно, свобода. Незнакомые люди в подъезде поздороваются. Ты его впервые видишь на улице, идешь, с тобой поздороваются, ула, и, соответственно, в ответ ему тоже привет. И... Да, а вот из минусов, что бы, допустим, выделил, то есть, то, что тебе не нравится в Испании? Из минусов? Ой, да для меня любая бюрократия, любое столкновение с официальными инстанциями, это всегда, конечно, минус. Я даже не знаю, я, собственно, на минусах особо не зацикливаюсь, стараюсь видеть только хорошее. Но хорошего здесь больше? Хорошего много. Понятно. Я
напоминаю, что здесь у тебя была трудность с пересылкой от мамы посылочки. Посылок, это опять же бюрократия, это пограничные эти всякие законы. Они выборочно проверяют посылки и требуют точного описания, точной стоимости. Если ты не можешь это предоставить, они считают, что посылка из страны третьего мира, Россия — это не третий мир, требует вложения пошлины, которая достаточно высока. То есть я знаю, что тебе пришла посылка, и посчитали, ты вынужден ее отправить обратно. Да, я посчитал, что гораздо дешевле ее отправить обратно, чтобы мне кто-то потом с Аказии это все привез. Благо, люди приезжают в гости, приезжают родственники. И, да. Ну, а вот цены на продукты? На продукты хорошие цены, так как я питаюсь в основном экологической продукцией. Для меня очень хорошо покупать здесь фрукты, овощи в специализированных лавках небольших, которых здесь очень много. Свежие продукты. Всегда есть выбор таких продуктов, даже которых я и не знал-то раньше. Но даже некоторые не пробовал. Такая экзотика бывает, что интересно. И, кстати, одна знакомая с датчиком, с определенным, проверила нитраты, проверила даже ниже норм нитраты. Это я уж думал, что они тут выращиваются на нитратах, потому что земля тут не особо плодородная. Камни. Но все оказалось очень экологически чисто. Так что фрукты, овощи — моя основная еда, и они очень хорошего качества. Это один из плюсов, да? Очень. И гораздо дешевле. Гораздо дешевле. Практически круглый год есть что клубника, что манго, что ананасы, что да любой. Вот яблоки, груши, я уже не говорю. Это все. Понятно. Все очень вкусно. Когда легализовываешься, то здесь требование, что нужно находиться в этой стране и другие страны. Без выезда 3 года минимум. И ты должен подтвердить пребывание всякими чеками. Идешь в поликлинику, нужно взять какую-нибудь справку, что ты был в поликлинике. То есть сохранять все вот эти, где написано, что твое имя, фамилия. Эти документы идут в подтверждение.